Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это очередной небольшой новостной ролик касаемо игры The Isle of Rima. Что хочется сказать в первую очередь. Вышло обновление, которое мы ждали больше полугода. Диабло и мутации уже доступны. Без косяков не обошлось, конечно. Появились проблемы с заходом на некоторые сервера. Я очень надеюсь, что это исправит. Пробежимся по вкусняшке. Помните, я вам рассказывал о мимикрии Траадона? В общем, разработчики отказываются от данной идеи. В скором времени ее точно не ждать. Работа над ней не ведется, и в дальнейших планах уточнили ее нет. Клево, конечно, распевали песни, что мимикрия придет вместе с Траадоном. Мы ее не увидели, а теперь чуть ли не отказываются от этой идеи. Меня кто-то спрашивал о монорельсе на карте. В самом начале выхода Gateway на тестах он был. Потом карту поменяли раз 20, и бинго! Монорельс не вписывался в ландшафт карты. И разработчики планируют его снова ввести в будущем обратно на карту. Возможно, будет соединение отдельных частей карты и маленьких островов. А вроде так сказали. О гиганотозавре. Гига во время появится очень нескоро, дай бог еще года два. Художники только приступили к художественной составной его окрасов, скинов. Следующие хор-тесты, которые нас ожидают, вроде как говорят, на них будут люди-наемники, более реализованные. У Птернадона изменится стиль игры. Также он сможет цепляться за деревья и ветки, как геррерозавр, ползать и передвигаться по ним. По поводу тех анимаций, что были показаны в девлоге, почитал ваши комментарии. Кто-то писал, что это новая механика ловли рыбы, кто-то писал, что это механика согревания кладки яиц или способ понижать температуру яиц, закрывая их от солнца. Я больше склоняюсь к последнему. Кстати, по поводу этой анимации. Мне кажется вам, что это как будто вспаривание брюха мертвому животному, чтобы достать из него нутриенты? Пишите вновь в комментарии. Спринт у динозавра в игре. Однозначно сказали, спринт будет точно... пока у аллозавра, в дальнейшем еще у некоторых хищных засадных животных. Напишите, как вы думаете, пишите в комментах. Ну и напоследок, рытье нор. Эта функция пока с багами. На тестах команды Qualitas Rounds с ними следует краш сервера. Пока они ничего не могут сделать. Вспомнили Legacy? Да-да. Ах да, совсем забыл. Краткий спойлер. В конце сегодняшнего нового трейлера с выходом обновления. Обратите внимание на концовку. Палец вверх, подписка на канал и бац и в колокол обязательно. Также призываю всех подписаться на наш канал Яндекс.Дзен, в нашу группу ВКонтакте, на наш Телеграм. Также вступайте в Дискорд. Что бы ни случилось с Ютубом, мы будем там. Также наш канал теперь существует на ВК Плей. Если с Ютубом будет совсем все туго, наши стримы будут там. Все ссылки в описании. Обязательно прямо сейчас вступай и подпишись. Всем хорошего выживания!